سئلت أم المؤمنين عائشة، مرأة جاءت لأم المؤمنين عائشة وقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصلاة أهم، لماذا المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ Внимательно послушайте еще один момент, очень важный для каждого из нас. Однажды мать правоверных Аишу радиаллаху анха, ей задали вопрос, почему в исламе так установлено, что во время менструального цикла женщина не возвращает непрочитанные намазы, но возвращает пропущенный пост. То есть пропущенные намазы она не дополняет их. А если она пропустила пост, то она обязана возвратить. Почему так устроено в исламе? فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا أمر الله ليس عليك إلا الامتثال. لا تقولي لماذا نفعل كذا ولا نفعل كذا. И смотрите, как ответила Аиша радиаллаху анха. Она сказала: нам было повелено пропущенные намазы не возвращать, но пропущенные дни поста восполнять. Это таково определение и решение самого Всевышнего Аллаха через его пророка. И здесь невозможно говорить, почему так, а почему вот так. Вот, вот в чем смысл кроется.